Гомельский областный клинический шпиталь инвалидов войны с диагнозом инсульт на протягу суток поступают до 40 человек. Самый элементарный способ выявить его у домашних умовах – звернуться до человека с просьбой вытягнуть руки наперед и что-нибудь сказать. Коли не отрывается, необходимо выкликать худкую допомогу. Медики попереживают, это вельми небеспечная хвороба. У залежности от виду инсульту смяротность складая от 15 до 50%. У остатних высокая вероятность инвалидности. Меж тем, попередить инсульт можно навод у тех людей, кто мает до его генетичную схильность. Генетическая предрасположенность тоже играет определенную роль, но во всяком случае нельзя преклоняться перед генетикой настолько, чтобы родиться, если у человека кто-то перенес инсульт, бояться его. Нужно просто правильно вести себя, здоровый образ жизни вести. Згодно с рекомендациями Сусветной организации аховы здоровья, эффективную допомогу можно оказать на протягу 4,5 годин после инсульту. Бодай самый эффективный метод лечения – тромболизис. Правда, подыходить он не усим, и есть шмат супрацьпоказанняў для его применения. Еще одна задача – не допустить повторного инсульту. С этой нагоды с допомогой супрацовников Гомельского державного медицинского университета в областном шпитале инвалидов айчинной войны открыли так званую инсультную школу для хворых и их родных. Рассказываем пациентам и родственникам об инсульте, что это такое, какие первые симптомы инсульта, как можно проводить профилактику инсульта и избежать данного тяжелого заболевания. Также мы занимаемся разработкой коррекции диет для пациентов, рекомендации по поводу образа жизни наших пациентов. А проща того, сегодня у Гомельском областном шпитале инвалидов айчинной войны створили целостную систему реабилитации людей, которые перенесли инсульт. Починаючи от открытия нескольких лечебно-профилактичных кабинетов с отповедным обсталеванием. У вогуле лечение таких хворых процесс протяглый и непростый. Але распрацаваны тут комплекс практикаванняў и процедур при настолевой працы с боку самих пациентов шмат кому допомагают на справе перемагчы после инсультные проблемы. Это крупнейшее подразделение Гомельской области, занимающееся лечением, диагностикой и реабилитацией пациентов после инсульта. И результат, который мы добились, является сегодня одним из лучших в Беларуси. Мы приравнены почти к европейским стандартам. 15% пациентов, перенесших инсульт, возвращаются к труду. Это очень хороший показатель. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Телерадио, компания «Гомель».